ничего не телепается. Видите, да, пластины? А теперь фокус. Хоп. Всем привет, это Ольга Швец. Добро пожаловать на мой канал. Я надеюсь, что то, что я вам скажу, и я надеюсь, что вы воспримете это правильно. Я с радостью представляю вам Равента мультистайлер под брендом Elite Model Look. Вот все насадки, которые вы видите, плюс подарки, там еще зажимы для волос. В одном из своих видео, которое, может быть, выйдет ближе к ноябрю, я даже не знаю, когда это видео выйдет, в общем, там огромная такая инструкция, супер-пупер-пупер. Обязательно ознакомьтесь. Вот так будет Elite Model Look, да, видно. Значит, обязательно ознакомьтесь с инструкцией, потому что это электрический прибор, там очень много нюансов по технике безопасности, поэтому прежде чем вообще приступать к тому, что вы будете что-то с собой делать, обязательно ознакомьтесь с этим огромным листом. Вы там найдете на русском, сразу говорю, за сколько купила, 3599. Почувствовала дикую необходимость в том, что это мне нужно. Вот, я как бы почувствовала реально, что это необходимо, потому что я работаю и как визажист, и как фотограф. И у нас очень-очень часто работали парикмахеры, девочки. До сих пор вас обожаю, люблю и говорю спасибо от всей души. Но чем старше становились девочки, тем росли их больше семьи, появлялась куча проблем. И уже творить так, как они могли творить, когда они были совсем молоденькими. Сейчас они, к сожалению, не могут, у них мало времени, проблемы с семьей и прочее. И поскольку я поняла, что проще сделать это самой, я искала что-то, и я это нашла. И сейчас я вам расскажу об этом подробно, настолько, насколько можно. И если вам нужна будет инструкция, либо показать, как это работает, пожалуйста, спрашивайте. Я сниму отдельное видео. Тем более мы планируем это делать как бы с Татьяной, которая уже достаточно частый гость на моем канале. Вы можете посмотреть Швец Beauty Box плейлист. Там я делала макияж на Татьяне. И, в общем, все, поехали. Такое длительное предисловие, но я надеюсь, что вы по мне соскучились, и информация не влетела в одно ухо, в другое вылетела, а хотя бы осталась в умах и сердцах. Сама вообще вот эта рукоятка выглядит вот таким образом. У нее присутствует здесь такое колесико, которое вращается. Вы можете закрыть, открыть, закрепить и потом включить. Из недочетов, сразу говорю, из недочетов то, что там нет температурного режима, там нет еще каких-то там классных примочек, например, здесь как бы все вращается, но вы видите слегка, вот как бы он искривленный, я не знаю, хорошо это или плохо, ну и здесь написано керамика, если вы видите, да. А теперь то, что очень многих шопоголиков может просто заставить скачить и побежать покупать. Не спешите, девочки. Сейчас я покажу только одну насадку из этой истории. А вообще их вы видели, что их огромное количество. Итак, мы открываем. Эта насадка крепится, кольцо закрывается, все нормально работает. Ничего не телепается, видите, да, пластины. А теперь фокус. Хоп. Это просто супер. Значит, чтобы девочки, мои дорогие, чтобы он нормально работал, достаточно его просто воткнуть в розетку, чтобы он полежал какое-то время. Я просто проверяю рукой. То есть, если здесь все нагревается, значит, можно работать. В соприкосновении с волосами пишут, что 10-15 секунд. Я использую 5. И либо проверяю рукой, когда я чувствую, что приятно нагревается, я сразу убираю. Я уже использовала конусную такую или близкую конусную плойку и утюжок. Все работает отменно, все прекрасно. Что я использую на волосы, чтобы не сжечь их? Сейчас прям покажу, прямо сейчас. Это микромасла от Сьос, и это мусс для волос экстра сильный. Я помню времена, когда говорили, что нужно пользоваться только
на чистые волосы. То есть я делаю это сразу, когда я помыла голову. То есть я помыла голову, нанесла масло, походила, все это просохло потом, я нанесла чуть-чуть пенки. В общем, на плойку это все держится очень-очень долго. Вот, о проблемах я скажу в конце видео, чтобы, ну, не начинать, что тут, вот, тут не так, тут не так. Сейчас я вам все покажу, подождите, не спешите. Храню я его вот в таких двух косметичках из Fix Price, потому что они плотные, они стеганные, и там прибором вот этим всем живется гораздо лучше. И вот такая есть насадочка. Еще пока я ее не применяла. Она одевается вот таким образом, сори, на вот эту штучку. Также прогревается и также можно пользовать. Вот такая насадка, еще одна, тоже также прогревается и также можно пользовать. Вот это и вот это насадка. То есть это делает большие локоны. У них, у некоторых есть вот такие штучки. У Утюжка, по-моему, нет такой штучки. В общем, девочки и мальчики, это просто реально, вообще просто мечта. Вообще, если честно. Мечта выглядит вот так. Мечта стилиста. Плюс подарок. Вот такие две заколки. И там еще было какое-то количество черных уточек. Сейчас я просто уже носила это на съемку, и она прекрасно сработала, моя любимая Ravent Elite Model Look. Сейчас я покажу вам следующий комплект, следующие предметы, и мы закруглим. Вот вы видите в кадре одну косметичку. И, в общем, у меня все это помещается в две вот такие черные косметички. И вот еще одна насадочка, вот такая она плоская, она вообще отлично работает, очень все супер. И вот я нашла такие вот лакированные черные уточки, но у меня таких много, я их в Fix Price брала и просто брала желтые, по-моему, в марке Olin. В общем, все, теперь переходим к проблеме. Проблемой является вот эта косметичка родная. Она очень-очень мягкая, хотя она там флисом изнутри выделанная. Она очень мягкая, бесформенная. И я, будучи человеком взрослым и опытным, понимаю, что вот эти все прекрасные предметы будут у них просто тупо биться. Поэтому я ее перевожу во что-нибудь, в какой-то другой разряд. А вот именно косметички, приобретенные в Фикси по цене, в общем, какой-то очень-очень, как обычно, бюджетный. Все, я уже просто была на съемке вот с таким комплектом. Все в них входит прекрасно. В общем, что? Самое главное, не жгите волосы, пользуйтесь в качестве вот термозащиты. Я использую вот, вот эти два средства. Хотя я в этом вообще не очень разбираюсь. У меня от природы просто свои ровные, прямые волосы. Я пользуюсь этим всего несколько дней, но мне нравится. Если я замечу, что у меня начинают сечься волосы, я тут же прекращу. Вот, я видела у Маши минутки от 14 года обзор. Вот там такая же Ravent, только все вот это было серебристого цвета. И она жаловалась, что волосы очень сильно скользят. Я могу сказать, что я не знаю, керамика это или что. Но факт тот, что это выглядит уже немного по-другому, и волосы, я бы не сказала, что скользят в этой во всей истории. То есть вполне возможно, они учли какие-то пожелания и исправили ситуацию, устранили ошибки. В общем, для стилистов, которые работают с моделями, это самое то, что надо. То есть маленькая портативная передвижная парикмахерская по укладке. Вот что вы получите, приобретя вот это всего за 3599 в своем городе я купила. Вот, в Москве через сайт, по-моему, даже вообще всего за 3 можно заказать. Поэтому, надеюсь, это видео было вам интересным и полезным. Ставьте лайки. И если вы хотите посмотреть его в работе, также пишите, мы обязательно снимем видео в студии, на моделях, покажем. В общем, даже малышей мы укладываем, все нормально, все супер. И вот главная тема, то есть не следовать инструкции, а именно прикладывать на период, пока прядь не прогреется. То есть пряди у всех разные. Мне иногда вообще 5 секунд хватает, даже меньше,
чтобы был эффект. Поэтому не жгите волосы и не ругайте производителей. Если на фене или там плойке или щипцах или утюжке написано, что не нужно превышать соприкосновение волос с прибором там более какой-то там определенной цифры, а вы это делаете, то потом говорить, что производитель производит полнейшее. Не нужно. Сами виноваты.